фильмы, разрешенные для показа детям, достигшим 12 лет. Свободные, счастливые. Как любовь к родной земле соединяет тех, кто далеко за ее пределами. Когда ты за границей, ты в особенности понимаешь то, что есть понятие «дом», и оно очень, очень теплое, это понятие. Оно греет душу, конечно. Тысячи казахстанцев в самых разных точках планеты отмечают главный государственный праздник страны. Своих поваров, как правильно нарезать мясо для казахского национального блюда. Хоть сам он и не повар, но кулинары следуют его советам всегда. Это австралийский баран, он очень сильно похож на наших барашек. Значит, они такое же мясо, нежное, мягкое, да, и очень сильно похоже. Если посмотреть по мясу, его сразу видно, что оно очень похоже с нашим. Сегодня в ресторане на Манхэттене настоящий аншлаг. Его в самом престижном округе Нью-Йорка не так давно открыла семья из Казахстана. В меню исключительно казахские блюда. А в День независимости здесь устроили маленький праздник для посетителей. Встречают гостей исключительно в национальной одежде. Рассказывают о Казахстане, о том, что 16 декабря страна, далекая от Америки географически, обрела самое главное. А в это время в Вашингтоне, в самом сердце Америки, между Белым домом и Капитолием, овации срывает казахский народный танец «Кара-жорга». В этих счастливых от родных мелодий и движений лицах безграничная любовь к родной земле. Так любят Казахстан его люди, несмотря на тысячи километров расстояния. Очень много позитивной энергии. Многие местные жители наблюдали с большим интересом, спрашивали, откуда мы. Мы говорили из Казахстана. В комнате всегда уютно, говорят те, кто часто сюда захаживает в гости. Студенческое общежитие в центре Москвы. В одной из комнат застолье. Душевное, теплое. Мира Кудыринова третий год учится в России. Ежегодно 16 декабря она вывешивает в своей комнате огромный казахстанский флаг, печет баурсаки, накрывает стол, тратя на угощение всю свою студенческую стипендию и приглашает друзей, чтобы вместе отметить этот важный для нее и ее страны день. Сегодня у нас праздник, День независимости, и уже третий год подряд мы празднуем этот праздник в таком вот тесном, уютном кругу с ребятами из разных стран, представителей разных национальностей. И вот сегодня я бы хотела поделиться с вами, рассказать вам о наших традициях, обычаях и, конечно же, угостить вас нашими национальными блюдами. Для меня вообще этот праздник действительно далеко за пределами своей страны чувствуется больше, потому что я считаю, что когда ты далеко, ты очень сильно скучаешь, и тебе хочется постоянно ощущать, что твоя страна, она рядом. Возможно, и поэтому в гостях у Миры друзья из самых разных стран. Адель из Узбекистана, Мэгги из Грузии, Илья из России, Адинай из Кыргызстана. Ведь Казахстан – это один большой многонациональный дом, где в мире и согласии живут представители самых разных народностей. Каждый из них, кто хоть и не был в Казахстане прежде, знает, какие гостеприимные люди живут в этой стране. А главное – это дружба народов. Она для государства – залог мира и процветания. Thank you.
Я представительница из Узбекистана, и мы празднуем День независимости 1 сентября каждый год. Также у меня много очень друзей из Казахстана. Мы с ними вместе отмечаем их праздник День независимости 16 декабря. Мы вместе собираемся за круглым столом, как сейчас, и любим отмечать этот праздник. Они будут еще долго сидеть за столом и слушать рассказы Миры о Казахстане. Тихий, спокойный, уютный вечер, устроенный хрупкой девушкой из Казахстана, одна из тысячи дружественных нитей, связывающих самые разные народы. История творилась великими людьми. В День независимости в Москве вспоминали тех, кто всю свою жизнь посвятил борьбе за независимость родной страны. За ту, которую отмечают сегодня свободный, демократический, светский Казахстан и его граждане в самых отдаленных уголках земли. И именно за это образованный, прогрессивный и развитый Казахстан боролись и мечтали алашардинцы Алихан Бөкейханов и Нигмет Нурмаков. Казахстанцы, прежде незнакомые друг с другом, собрались в одном месте, чтобы вместе возложить цветы к монументу, где покоятся их великие предки. Каждый из них мечтал, чтобы граждане Казахстана имели доступ к качественному образованию, а главное, чтобы родная страна была наравне со всеми в мире. Ради этого они трудились и отдали свои жизни во имя независимости родной земли. Самым главным праздником для меня является это День независимости, так как это наш суверенитет, наша государственность. Об этом мы мечтали очень давно, долго. Тому свидетельство, что сегодня наши граждане собрались вот на Тайданское кладбище, на братской могиле, где захоронены наши алашардинцы. Это Алихан Бөкейханов, Нигметов. Мы об этом помним, мы это ценим. Каждый год День независимости Казахстана для этих людей начинается здесь. Они покупают цветы, идут на Донское кладбище в Москве, при этом приглашая сюда тех, кто еще не знает о месте захоронения, и стоят в минутах молчания, чтобы помнить о прошлом и уверенно смотреть в будущее. В прошлом году, когда вот мы хотели прийти сюда, прочитать намаз, посетить и посмотреть место, где они захоронены. Мы буквально неделю искали, для того, чтобы, потому что вот связь немного потерялась в связи с тем, что вот студенты каждый год приходят, сами находят и там как бы другим молодым студентам передают, приводят вместе с собой, показывают, где это расположено. И наша как бы тоже задача, когда мы уже закончим, здесь те бакалавры, магистранты, которые только поступают сюда в Москву обучаться, чтобы они каждый из них помнил, знал, где захоронены наши великие алашардинцы, чтобы также могли спустя годы прийти сюда, отдать им дань уважения и почтить их память. Для всей молодежи Казахстана, в том числе, которая обучается здесь, в Москве, День независимости – это самый главный праздник. И помимо праздничных мероприятий, мы должны помнить свою историю для того, чтобы дальше идти в новое будущее. Самое святое для любого государства. В Афганистане в эти дни тоже говорят о дружественном и отзывчивом Казахстане. Это кадры официального приема в казахстанском посольстве, сделанные самими афганцами. После их будут показывать по местному телеканалу. И в этом дипломатическом мероприятии кроется совсем иной смысл. И он важен не столько Казахстану, сколько самой афганской земле. Этот день очень важен для каждого народа Казахстана. А у нас тоже, я закончил магистратуру в Казахстане, это для меня тоже как родной праздник. Каждый год я с друзьями
мы говорим с праздником, потому что у меня 3 года там был. Это праздник, другие праздники, это как родной. Я не думаю, это другие страны, потому что они очень помогали Афганистану. Афганистан – страна, которая многие годы живет в режиме постоянной войны и бомбардировок. Страна, где люди, как это бы чудовищно ни звучало, не привыкли мирно жить. То, что для афганцев – далекая мечта, для Казахстана – обыденность. Поэтому так важно сохранять и быть бережным по отношению к самому важному – согласию, миру, единству. Свежеиспеченные баурсаки, домашние торты и, конечно, казахстанский шоколад. Это не просто угощение, скорее товар, за который продавцы вручают деньги. И чем больше продаж, тем больше шансов у казахстанских детей на выздоровление. Эту благотворительную акцию казахстанцы устроили в Лондоне и посвятили Дню независимости родной страны, таким образом продемонстрировав, что со своим народом они едины не только в радости. И вот появилась идея, собраться и сделать что-то такое, чтобы, внести свой вклад в развитие в Казахстан и в помощи казахстанцам, которые нуждаются, в операциях или чьи дети, может быть, болеют. В прошлом году мы, например, собирали деньги в фонд «Аружан Сайн». В декабре у нас очень много праздников, в том числе и День независимости Казахстана, и Новый год. Мы поэтому посчитали, что это будет наилучшим периодом для такого мероприятия. Собранные средства казахстанцы передадут на родину в реабилитационный центр для детей, которому требуется современное оборудование для диагностики и лечения. Таким образом, День независимости казахстанцы в Лондоне отметили не просто весельем, а сделали доброе дело во имя маленьких граждан. Я обожаю национальные костюмы, кухню. Сегодня я попробовала разные казахстанские вкусности. И покупая их, я помогла казахстанским деткам. Это ведь удивительно. Со мной работала девушка из Казахстана, и она всегда рассказывала мне о вашей чудесной стране. Это восхитительно. На этих лицах читается гордость, стать и любовь к родному краю. Этот день в Берлине начинается более чем торжественно. Казахстанцы поют гимн родной страны на своей территории в Германии у казахстанского посольства и поднимают флаг торжественно, тепло и с любовью. Весь день они пробудут в Астане. Пусть хоть и образно, но к родине казахстанцы в Германии стали ближе, прикоснувшись к ней через фотоснимки родной столицы и удивительной природы необъятных степей. День независимости соединил воедино граждан одной страны, которые с трепетом говорят о ней. Независимость Казахстана – это очень важный фактор. Это фактор того, что мы едины, и это фактор именно дома. Когда ты за границей, ты в особенности понимаешь то, что есть понятие «дом», и оно очень теплое, это понятие. Оно греет душу, конечно, но и оно очень важно для меня, как для казаха, как для казахстанца, правильнее будет сказать. То, что именно это мои корни, и то, что я знаю, кто я есть, и я знаю, кто я есть по большей части благодаря этой независимости. В Германии учатся немало студентов из Казахстана. Наши соотечественники за рубежом вообще отличаются своим единством. Люди ищут друг друга по интернету, через знакомых, собираются вместе в выходные и дружно проводят время. А в такой праздничный день особенно. В том году, 16 декабря, я летела из Франкфурта на Майне в Астану на каникулы. Нам тогда раздавали специальный праздничный ужин, что-то типа такого. Поздравляли всех с праздником, и было такое чувство, да, наконец-то я еду домой, наконец-то родная музыка, родные стены в самолете, даже вот кресло, то, что с казахским орнаментом, это уже вот большое чувство придавало. В первую очередь этот праздник значит очень много для меня, так как в этот день наша страна обрела независимость. С этого дня, начиная, Казахстан начал процветать,
И я расту в этой стране, именно поэтому я росла в этой стране, выросла. И именно поэтому я считаю, что этот день очень важен для нас. В Шарм-эль-Шейхе широко отмечают главный государственный праздник страны. Казахстан занимает второе место после Украины по количеству туристов в Египте. 38 авиарейсов в месяц летают из Казахстана в Египет и наоборот. Для тех, кто в День независимости оказался вдали от родины, устроили настоящее празднование, что придало гражданам чувство единения с родным народом. Мы супружеская пара с Караганды приехали на отдых в Шарм-эль-Шейх. И попали на такое событие, которое для нас организовали из Казахстана. Отмечаем здесь День независимости, 26 лет независимости Казахстана. Очень приятно, что заботу о нас даже ведут за пределами нашей страны. Казахские народные песни, угощения и рассказы о родном Казахстане. И это в тысячах километрах от самой страны. Здесь каждый отмечал, насколько важно быть нужным своей родине, равно как и вносить свой вклад в ее становление. В этом замечательном городе на Красном море собирается большое количество туристов. В этом году количество туристов увеличилось в 12 раз. И сейчас очень большое количество, очень много наших отдыхающих. И мы для них сегодня организовали такое замечательное мероприятие. В это время в Чехии традициями казахского народа и его талантами встречали не своих соотечественников, а самих чехов. Концерт национальной музыки, показ казахстанской одежды и, конечно, угощения. День независимости в Праге отмечает немалое количество людей, не только казахстанцы. Музыканты исполнили народные песни на древних казахских инструментах. Неповторимое звучание дамбры, шанхобыза и сосырная вызвало у гостей необыкновенный восторг. Настоящим сюрпризом для чешской публики стало выступление Жемили Сергибаевой. Известная казахстанская скрипачка поразила гостей виртуозом. Пусть будут праздники, пусть будет мирное небо над головой, потому что политика нашей страны, она именно объединяет национальности, культуры, очень такая толерантная страна. Во всяком случае, мы стремимся к этим идеалам, поэтому мне бы хотелось, чтобы моя страна процветала. А это уже показ казахстанской одежды, слияние культур с веянием моды. В итоге получается удивительный результат. Платья в национальном стиле заворожили чешских ценителей моды своей красотой и изысканностью. Хотели показать публике именно наш национальный колорит. Тем не менее, это все в таком нео-этно-стиле, в современной подаче. Стилизованные национальные узоры. Но судя по ажиотажу, который царит вокруг рейлов с одеждой, я думаю, все прошло хорошо. Для каждого из этих людей имеет большое значение связь с родной землей. И неважно, как далеко от нее находиться, главное – чувствовать сердцем тепло родного края, в котором сокровенные корни, история, будущее. И день, когда страна обрела свою независимость – не просто знаменательная дата. Венец исторических побед – одной из самых молодых стран на карте мира, в которой самое главное – это люди. Люди, гордо несущие флаг родного Казахстана в любом уголке планеты.